Всем привет, друзья! Сегодня я продолжаю собирать драндулет. И вот я приехал снова сюда, в магазин запчастей. Наконец-таки приехал мой заказ. Вот здесь вот лежат всякие тюнинг-запчасти, в том числе и карбюратор должен быть. Меня мало интересуют вот эти вот накладки и прочее. Мне нужен именно карбюратор, потому что его нужно поменять. Также я взял с собой канистру бензина. Это уже вторая канистра. Первую я залил в тачку. И, на удивление, ребят, она действительно завелась. Пока не пробовал ехать, просто завел ее, она завелась, я был очень рад. Но и это еще не все. Чудесным образом, под сиденьем в тачке, я нашел набор ключей. Хотя вчера я все просто облазил и ничего подобного не было. Так что мне не придется начинать все заново, и это просто прекрасно. Так, сейчас, в общем, я гружу все вот эти запчасти. Честно сказать, даже не помню, что там я назаказывал, но, как видите, их реально много. Везу туда. Машина до сих пор там стоит. Попробуем ее, я не знаю, попробуем, в общем, что-нибудь с ней сделать. Попробуем ее восстановить, чтобы доехать на ней до гаража. Хотя тут, в принципе, трасса. Удобно проверять подвеску и прочее, но все остальное здесь не особо удобно, потому что приходится сюда ездить. А это, ну, как вы понимаете, не очень круто, так как не очень близко. Так, смотрите, реально много коробок. Так, это что такое интересно? Ну, в общем, все посмотрим. Сейчас главное аккуратно все это дело довести. Это что, разные коробки? Да, смотрите. Там должен быть выхлоп, по-моему, если мне память не изменяет. Ну, прям совсем выхлопная труба, то есть конечная часть. Потом должен быть карбюратор, должен быть... А, что там еще должно быть? Не помню, что еще должно быть. В общем, я много назаказывал. Наконец-то оно пришло, и сейчас попробуем поставить. Меня больше всего интересует именно карбюратор. Я думаю, что с нормальным карбюратором оно как-то лучше будет ехать. Так, все, оно просто так закрывается, что ли? Ну ладно, окей. Так, вот у нас бенз, все коробки лежат. Может быть, не совсем ровно. Так, а надо посмотреть, за бенз я заплатил, нет? Ну-ка, да, все заплатил. Ну что, погнали тогда к машине, благо здесь совсем близко. Посмотрим, попробую сейчас я, наверное, ее еще раз. Или не буду заводить. Наверное, не буду заводить. Лучше сразу поставить новый карб, чтобы как-то все оно лучше на новом. Благо бенз я взял с собой. Так, все, погнали. Давай. Вроде и скорость выключила, а все равно на первый остался. Так, смотрите, как там коробки все болтыхаются, поэтому ехать придется реально аккуратно. Иначе может что-нибудь вывалиться по дороге, а мы же этого не хотим. Такое, к сожалению, часто случается. Также я никак не заберу охлаждайку, которая лежит на дороге. Я видел ее уже раз 5, наверное, но все никак не остановлю, чтобы забрать. Нужно будет обязательно это сделать, потому что уровень охлаждайки падает в движке. Я это замечал. Ну, не так сильно, конечно. Кстати, еще по поводу масла. У меня уходит из движка масло, причем вот масло уходит сильно. Да вы смотрите, как там их болтает все это. Вроде еду ровно. Ну ладно. Это не важно. В любом случае, если это даже выпадет на дорогу, мы это найдем. Нам самое главное довести сейчас карбюратор до тачки, поменять его и уже смотреть, что будет дальше. Настройку клапанов пока проводить больше не буду. Наверное, может быть, после сборки карбюратора немножко еще подрегулирую. Наверное, все-таки их надо подтянуть чуточку. Хотя странно, почему таким образом и на ней реагирует, что я ослабил клапана, и она вдруг повалила. Очень странно, в жизни так не бывает. Конечно, зажатые клапана это не очень хорошо, но чтобы именно такая прибавка мощности была от того, что я отпустил клапана, ну, это явно какой-то бред. Хотя, может, она и должна так ехать. Это, не пугайте, это колесо лежит. Ну, просто она упала. Она же была в багажнике, в том драндулете, поэтому упала и... Это ладно, это не так важно. Главное, что у нас сейчас есть все запчасти, сейчас мы подвезем. Вон, я уже вижу, по-моему, машина стоит. Вроде это она, или нет. Ну, где-то здесь она уже, да, вот, где-то здесь она. Где же ты? Ага, вот она. Все, тормозим. Ящик с инструментами, вот он, все, все на месте. Все на месте, друзья. Это просто прекрасно.
Так, ставим, глушим, открываем и погнали ремонтировать. Что нам нужно для начала? По-моему, ничего не выпало, смотрите. Так, ну бенз-то давай же, мог бы и вытащить так бенз, ну. Бенз пока заливать не буду, а то вдруг опять что-нибудь выгорит тут. Так, давайте как-то определимся с запчастями, посмотрим сейчас. Я думаю, это вот это реально, это самая, наверное, крутая серия будет, потому что куча запчастей, куча какого-то тюнинга, менять надо что-то, это круто. Так, открываем вот так вот. О, это динамики, ни хрена себе, а зачем я динамики заказал? Блин, зачем они мне? Может, я все просто заказал? Что-то я ничего не могу больше взять. Так. Это чё... Что? Что это было? Оно куда-то... Вы видели? Это что было? Просто пустая коробка? Это что за бред? Плюс я не могу... А, это сабвуфер. Прикольно. И что, я могу его поставить? В смысле, почему я не могу его поставить? Или сабик надо ставить сюда под блины, что ли? О, черт! Не, ну у меня просто... Я в шоке от того, что коробка, вы видели, да? Она просто была, рассыпалась, и все, ее больше нет. За что я, блин, заплатил бабки? Так, давайте-ка открывать, наверное, вот так, в машине будем. Угу. А в машине он не хочет открывать. Прикольно. Так, это динамик. Наверное, два, два сабвуфера написано, левый и правый. Сейчас еще прикиньте, такой будет прикол, что здесь не будет карбюратора. Я думаю, такое может быть. Вот что это опять было? А, это датчики, смотрите. Это датчики, хорошо. Датчики мы оставляем. Так. Может быть, что-то упало туда под машину? Так, а я могу сразу их открывать здесь прям? Это накладки. Это что? Это бампер. Это... И где, мать его, карбюратор? Какого хрена нет карбюратора? Мне этот хлам весь сейчас просто не нужен. Мне нужен карбюратор. Здесь две различные губы. Что мне с этим дерьмом делать? Ребят, где карбюратор? Не, ну это просто, это срань какая-то. Это, ну это реально срань. Это что вообще такое? Вот по-любому в той коробке, которая рассыпалась, вот 100% там был карбюратор. Ну или головное устройство, не знаю. Блин, ну это жесть. Уйди, вот эта штука, как тебя убрать? Да. Ну и черт. Ну и дерьмо. Но здесь просто ничего нет, посмотрите. То есть что-то куда-то упало, а куда непонятно. Ну и что мне делать теперь? Мне нужно опять заказывать карбюратор. Ну это просто смешно. Что я сейчас поставлю вот эти? Дополнительные приборы. Зачем они нужны моей машине, эти дополнительные приборы? И куда их поставить-то, кстати? О, вот сюда. Ну-ка, они прикручиваются как-то, нет? Походу, нет. Смотрите, ничего не надо. Ну, давайте, ладно, хорошо. Хорошо, давайте попробуем завести тогда машину. Так, садимся. Проверяем скорость. Заводись. Смотрите, завелась. И работает еще, черт. Оу, глохнет что-то. Не, ну глохнет, наверное. Наверное, все-таки проблемы с холостым ходом, да? Ну а чё ты глохнешь-то?
Что он показывает? Заряд батареи, давление масла и что-то еще. Смотрите, когда отсечки фигачат. Так, ну что, давайте попробуем прокатиться, что ли, на ней. Я понимаю, что она не совсем, наверное, корректно работает, но а что делать? Так. Главное, сильно ее... Да, надо... Смотрите, за что-то заряд батарейки, я не понял. Заряд аккумулятора что-то слишком сильный, что ли, идет, или что это? Сильно, в общем, не гнать. Вот что самое главное, не гнать сильно. Без всяких высоких оборотов. То есть движок вот так не раскручивать. Нельзя раскручивать движок вот так. Так. Что делать? Даже не знаю, назад ехать, что ли, или что? Ох, черт. Карбюратора, блин, нет. Вот это попадос просто, ребят. Реальный попадос. Ну давайте примерим, что ли, тюнинг, я не знаю. Да или какой тюнинг? Надо настраивать тогда. Надо настраивать тачку. Давайте буду сейчас попробую настроить карбюратор вот здесь. Чтобы холостой ход нормальный был. Чтобы она не глохла. Потом займемся тогда рулевой, наверное. Чтобы ее не тянуло, потому что, ну, тянет, сами видите, просто дичайше тянет в сторону. Так ездить, ну, просто невозможно. Тормозов у нас нету. Тормозит она ужасно. Так, все это есть. Врубаем нейтралочку. Так, погнали. Нам нужно что? Нам нужна отвертка. Эх, я как далеко проехал-то. Нет, надо назад. Вообще, вроде вот останавливался, а проехал, видели, как далеко? Так, все. Давай, потихонечку. Тихонько. Вот так вот. Все, есть, тормози. Все, нормально. Пойдет. Ужасные вот эти вот тучи какие-то, или что это, непонятно. Все это ужасно выглядит, конечно. Так, ладно. Погнали. Берем ящик с инструментами, по сути. Что за хрень? Какого это все оказалось на асфальте? Блин, ребят, ну это жесть просто. Это просто жесть. Да. Ладно. Смотрим, давайте здесь, что есть у нас. Ни хрена. Просто ни хрена нет. Понятно. Круто. Так, из тулбокса. Чё ты не хочешь открывать? Открой тулбокс. Смотрите, он не хочет его открывать. Не появляется рука. Да господи, что такое? Что началось за невезение какое-то в этой игре? Вроде прикольная такая игрушка, просто дикое невезение началось, смотрите. Ничего не происходит. Ну же, ну! Блин, да это жесть. О, что-то было. И то не то, что нужно. О, ребят, я не знаю прям. Честно сказать, мне нравится эта игра, но вот эти вот постоянные какие-то глюки или что, вот это что такое? Как мне ее открыть? Она не хочет просто открываться. Вот куда мне ее деть, чтобы она открылась? Что?
Что? Какого хрена? Фак. Ну вы сами просто видели это. Блин, ну это... Ха-ха-ха, да. Как это вообще понимать? Это что? Что? Как я должен взять эту хрень оттуда? Ну что мне сделать-то, чтобы она появилась? Да. Да, ребят, это прикольно. Вы видели, да? Я думаю, вы все видели и как бы, ну теперь уже точно все. Теперь уже эта машина отжила свое окончательно. Ее осталось только облить бензином. Зачем я вот это все купил? И причем, посмотрите, осталось только одна накладка. Только вот на одну какую-то арку. На какую она, интересно? На переднюю или на заднюю арку? Ну, как вы понимаете, теперь придется... Ну, а сзади у меня нет... Впереди, вернее, у меня нет крыльев, поэтому... Как вы понимаете, теперь придется после вот этого, что произошло... Да, теперь я больше не буду никогда сюда выезжать на машине, никогда ее не буду здесь оставлять. И вам настоятельно не рекомендую этого делать, ребят. Ну, мне придется теперь начать все заново. Мне придется начать все заново. Сейчас, наверное, я... Должен просто разбить это ведро, потому что я не вижу каких-то других выходов. Я потратил столько просто времени на это, чтобы собрать ее, чтобы все в ней починить, и в итоге я получил вот это. Погнали. Пол просто. Просто в пол тапку. В следующей серии, ребят, я соберу тачку заново, скорее всего. Ну, либо, может быть, какие-то нюансы, какие-то моменты покажу, как собираю. И будем уже на новой тачке, прямо именно в гараже, чтобы никуда не ездить. Ну, потому что вот это все, это уже, это край, это финал, это конец. Больше сил нет у меня. Больше нету сил. Ну давай же ты, вали, я даже фургон смог раскочегарить до 120. Ну ты чё, ведрище, давай. Получится, нет? Я понимаю, что ее ведет, и поэтому скорость такая. Ну же! Да ты можешь ехать или нет? Оу! Черт, меня занесло, закрутило и... Ну все, ребят, что, я ее разбил. Я разбил ее. И теперь не жалко, ее можно выкинуть просто. Жаль, он не может тут помочиться на нее. Ну что, придется на этом заканчивать. Вот просто раз под землю все провалилось, значит, наверное, это какой-то знак, что... С этой машиной пора заканчивать и, наконец-таки, собрать новую, чистенькую, ровную, на нее уже поставить все вот эти детали и поехать на тестовый трек, чтобы ввалить просто, посмотреть, как она едет. Ладно, ребят, тогда в следующей серии начнем тачку. Я не знаю, будет это уже собранная тачка или я только начну ее собирать. Ну, вы все увидите сами, потому что, ну... Я не знаю, просто не могу уже больше возиться с этим ведром, раз оно вот так со мной поступает. Возможно, это и мой косяк в чем-то, что я уехал сюда. Но надо же было тачку-то проверить, опробовать, поэтому... Ладно, если вам понравилась серия, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Всем пока!